Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Некоторое время назад я объявил на моем канале сбор донатов на поддержку канала для того, чтобы можно было эти деньги пускать на развитие канала. И начиналось все с ролика о районе Рябиковской, на которой я сейчас и нахожусь. И так получилось, что донаты не очень большие, но не очень маленькие, были собраны. И тогда я решил проводить среди подписчиков моего канала конкурс один раз в месяц собирать бумажки с именами всех тех, кто перечислил деньги на карту Сбербанка, номер которой указан вот здесь вот, и вручать одному из подписчиков, выбранному произвольно, какой-нибудь свой фотоальбом. Да, это правда, это правда. Сегодня фотоальбом «Любимый город Петропавловск-Камчатский» достанется подписчику с материка, подписчику канала Ярославу, который прилетел на Камчатку работать на Путине. А теперь давайте просто дождемся, пока он подойдет. А подойдет он получить свою честно выигранную книжицу. Вот-вот. Ярослав. Здравствуйте. Добрый день, я Александр. Меня Ярослав. Да я понимаю, я понимаю. Вот так получилось, что вам достается вот эта вот скромная книжица, которую я вам сейчас подпишу. Вот здесь подпишу. Этот фотоальбом в Петропавловске мы с коллегами, с Игорем Вайнштейном и Владимиром Зыковым, выпустили в 2015 году к юбилею Петропавловска. И вам как подписчику вручаю. Спасибо. А скажите, Ярослав, каким образом вы наткнулись на мой канал? А в рекомендациях вылез и что-то посмотрел, вот несколько выпусков, понравилось. А сами не ведете? Нет. А сейчас поедете на Путину в Ивашку снимать будете? Ну так, если будет возможность. По мере возможности. Не забывайте, что телефон для съемки нужно держать горизонтально. Да, я знаю. Ну что? Спасибо за донат, вы выиграли. Вам спасибо. Смотрите мой канал, смотрите канал «Камчатка» с Александром Петровым. Это Ярослав. Кстати, вы откуда? Я из Улан-Удэ. Вот так прошла встреча с подписчиком моего канала Ярославом, прилетевшим на Камчатку из Улан-Удэ. Напоминаю, Ярослав сделал донат на развитие канала на номер карты, указанный в описании под каждым роликом, и участвовал в розыгрыше фотоальбома. А такой розыгрыш я среди подписчиков канала, осуществляющих донаты, делаю один раз в месяц. И каждый из вас, желающий стать меценатом, будет принимать в этом розыгрыше участие. Но это не точно. Следующий альбом, который будет разыгрываться уже на днях, это фотоальбом о Налычевском природном парке. Наконец-то вы узнали правду. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.